Сейчас мы находимся в гостях у Максима, человека, которого мы сюда отправили несколько месяцев назад. Максим, расскажи вообще, что послужило причиной твоего отъезда, то есть с самого начала. Где ты жил, чем ты занимался и что произошло с тобой в Москве? Ну, жил я в Барвихе, занимался финансами, у нас достаточно неплохо шло дело, доход был хороший, были автомобили, на все хватало денег и даже оставалось. Но в определенный момент кому-то это не понравилось, кто-то захотел это делать вместо нас, начались наезды, накаты и пытаться отобрать наш бизнес. В какой форме это все происходило? Ну, достаточно неприятный, всякие проверки и, может быть, жесткие какие-то угрозы даже были. То есть звонили и угрожали, да? Да, конечно. Понятно. Ну, а вот то, что я этот момент называю, когда пассивы переходят в активы, то есть как быстро тебе, ну, ты успел реализовать там все имущество, чтобы переехать? И почему ты себе не сделал американскую визу? У тебя же уже были поездки? Да, я путешествовал раньше в Америку, по-моему, в 2008 году. Был в Нью-Йорке, в Орландо. Проехал даже на автомобиле туда-обратно. Очень понравилось. Вот. А потом визу не продлял. Ну, по системе Dropbox. Да, да, да. Ну, просто не было необходимости. Путешествовал в другие страны. А тут возникла резкая необходимость. Я познакомился с Ильей на выставке где-то в Сити, да? Крок-Сити. Крок-Сити, да. И в этот в момент этого кризиса своего у меня оказался его визит. Я подумал, а почему бы нет? Я там был, мне там понравилось. И прекрасная страна для жизни. Ну вот по поводу денег, то есть... Ну по поводу денег, вот как что, раз... если не загибать, то все можно быстро реализовать. Понятно. То есть ты вот то, что было имущество, они не успели у тебя его забрать, нет, то есть ты нет, успел реализовать. Ну, да, все в порядке. Понятно. А какие условия по покупке билета, сколько обошелся билет и как быстро ты принимал решение? Ну, решение мы принимали практически молниеносно. Я позвонил или я все быстро подготовил пакет, сказал мне, что я должен купить билеты. Билеты обошлись мне порядка 60 тысяч рублей туда-обратно, потому что является необходимостью покупка обратного билета. Вот. Ну и все, в принципе, и полетели. Да, но здесь, в общем, есть 45 суток, да, мы, граждане Российской Федерации, можем пребывать здесь без визы, то есть можно подать на политубежище, ваши бумаги попадут в калифорнийский сервис иммиграции гражданства, вот. Но главное условие – это адрес, да, то, что мы тебе как раз и говорили, да, что да. Максим, нужен адрес. Ну вот я и сделал. Кстати, как ты решал вопрос? По прилету я моментально арендовал себе на первые несколько дней апартаменты за 45 долларов в сутки. Да. После этого я снял себе уже более подходящие для меня апартаменты за 700 долларов в месяц. Это как раз тот адрес, который мы сейчас используем для наших форм. Ну, здесь очень много русских находится, китайцев, японцев. Они также могут без визы здесь пребывать это время. Вот. И купил себе автомобиль, то есть тут от порядка 3500 долларов уже нормальные машины можно купить, на которую будешь ездить с удовольствием. Понятно. Как тут с работой? То есть чем здесь можно заниматься? Ну понятно, что настройки ты работать не будешь. Это... Ну да, не очень хочется. А так, на самом деле, я раньше занимался спортом, здесь и по спорту, скажем, много возможностей. Да и вообще, в принципе, если не лениться, то можно что-то придумать порядка каких-то своих интересов. Ну, то есть и арендой можно заниматься, и вот я, так как мне нравится спорт, здесь сейчас увлекся и дайвингом, поэтому думаю, может быть, и в этой области себя найти. Ну, то есть каждому по потребностям, скажем так. Все есть. Это Америка. Понятно. Ну вот смотри, мы сейчас просто ищем партнеров, да, людей, которые будут нам помогать здесь, ну, с теми, кто так же, как и ты, приехал, экстренно покинул, да, свою родину для того, чтобы создать себе новые условия для жизни. Естественно, что отсюда в ближайшее время ты переедешь на материк. А так в Штаты куда потом планируешь, в каком штате остановиться?
Да не знаю еще, наверное, для начала также буду присматриваться. Понятно. По путешествию. Ну, тем более ты уже был в Америке. Да, да. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usa-visa.com, наши группы в Facebook, ВКонтакте. Сейчас у нас активно развивается группа в Твиттере. Всем, да, как нам оказаться. Да, здесь. Здесь 24 часа в сутки тепло. Здесь круглый год лето.